Всем приветики-приветики. Так, у нас именинница Микусик. Мы сегодня поздравляем. Ей 8 месяцев. Вы уже утром видео посмотрели маленькое про Микусику. Так, мы купили тут немножко подарочков. София где-то делала. Косточек купили любименьких. Да, у тебя есть. Я уже тебе дала одну. Я просто хочу ее отпустить. Она тут ждет одну игрушечку. Кстати, мы новую резиночку завязала. И видите, какая? Купила, сейчас я вам буду доставать, показывать, упаковку резинок. Купила маленькие, много Микуськи купила. И Софийке резиночек купила. Я потом вам ближе покажу. Давайте. Она уже ждет, не дождется. Сейчас будем ее реакцию смотреть. Что это? Мама купила? Ой, ой, мама, скажи, мячик. Ой-ой-ой. Ой, скажи, мама, скорее пускай, буду бежать. Сейчас, сейчас я тебе достану. Ой, боже мой, радости-то сколько. Ой, сейчас. В общем, чтобы ребенок не скучал. Ой, радости. Ой, вокруг него скачет. Видно вам? Плохо там видно, она его боится. Микусик, новая игрушечка у тебя. Да? Ой, так. Ой, ой, так лапочками. Ой, так лапочками. Боже мой, сколько счастья. Вы мне вчера написали, говорит, купите ей мячик с пищалкой. Божечки. Ой, и хрюкает, и хрюкает. Ой, смешная. Ой, Микуська смешная. Ладно, я вам сейчас покажу. Пока Микуся занята. Вот. Это Софийке одежду купили. Вот это мегасейл. Магазин в нашем доме. Я перед этим ей покупала. В общем, перед днем рождения она попросила одежду. Мы одежду. Сейчас тоже покажу, что купили. И резиночек вот купила. Сколько. Это Софийке резинки, такие бордовые, полосатенькие, такие качества, хорошие резиночки. Потом поменьше таких, две беленькие, две красненькие, розовенькие, еще голубенькие, ну, черные тоже купила для школы, бывает, вообще она любит черные. И вот такие сиреневые. Это все Софиечке, а это Микуське. В общем, разных таких резиночек маленькие. Малышек понабирала, думаю, будем хвостики завязывать. Боже, как хорошо, ребенок занятый, меня не отвлекает. Ой, смешная. Так, ой, ой, прибежала поближе. Но у меня же еще одна игрушка, но я ей не хочу ее показывать. Пока, думаю, пусть одно играет. Сейчас вам достану, покажу. Мне еще вот такая игрушка. Она уже увидела. Уже увидела. Думает, мама еще что-то достала. Вот такая она тоже, по-моему... Нет, она когда бросаешь, она... Сейчас мы попробуем. Должна мигать. Ладно, я пока не буду ее доставать. Пусть она играет вот этой игрушечкой. А я вам покажу Софийкину одежду. Это София слайм себе купила. Ну, как всегда. Она очень любит слаймы. Такой разноцветный. И одежду. Сейчас достану. Сейчас достану, вам покажу. Всю тринтель. Кремпель нам положили. Так, вот такие вот шортики. Наверное, камеру в руки возьму. Так будет удобнее. Вот такие шортики. Смотрите, какие цены у нас в этом магазине Мегасейл. Это у нас на Западном. Приезжайте скупляться. Очень много мужской и женской одежды разные. Очень даже, я вам скажу, неплохие. И пошиты аккуратненько. И качество хорошее такое. Вот. Такие шортики тут с бантиком, сердечки. Она в них как шорты-юбочка похожа.
к этим шортикам она, мы подобрали такую футболку. Вот она, смотрите, получился как костюм. Вот такая вот девочка. Футболка, знаете, я подумала, она широкая. София говорит, мам, сейчас такие модные, короткие, широкие. И она получается даже очень как костюмчиком. Качество футболки тоже мне понравилось, хорошее. Вот и цена тоже 109 гривен. Так что хорошие футболочки. Размер 140 заказала. Уже привыкла, что вечно все заказываешь. Так. Потом, сейчас следующее. Это уберу. Туда дальше положу. Вот такое платье. Трикотажное. Софийка выбрала себе. Я говорю, ну ладно, пусть черное захотела. Черное. Черное с белым. Тоже хорошее качество. Сбоку такие вот разрезики. Сейчас вам покажу. Тоже цена, смотрите, 109 гривен. Замечательное, хорошее платьюшко такое, трикотажное, хорошенькое. Сейчас покажу то, что она перед днем рождения себе покупала. Это она себе на день рождения выбирала вот такое вот платье. Но оно стоило, вот я не помню, может, ценник оборвали. Я не помню, девчонки, сколько оно стоило. Но оно не 109, оно дороже стоило. Вот такое вот серенькое платьюшко. С желтым сзади, спинка вся желтая. Ну, они такие, как спортивного такого стиля. Вот такие кроссовочки белые она себе выбрала. Кстати, белые кроссовки будут классно смотреться. Они тканевые, на лето тоненькие. Видите? Хорошие кроссовочки. Я думаю, с вот этим платьем будет красиво смотреться. Белое с черным. Белое вообще под все подходит. И вот эту кофту она уже носила. Как спортивная такая велюровая кофточка. Это она на день рождения тоже выбирала. Ей очень она понравилась. Очень такая приятная ткань. Мягенькая. Вот. В общем, чуть-чуть Софии прикупили одежды на лето. Еще с того года, что пооставалось. Так, Никуся занята. Занята, зайка? Тебе нравится, да? Я не буду забирать. Никусечка. Ой, занята. Так что, видите, какая хорошая игрушка. Мне посоветовали. Она такая ежиками, мне кажется, как колодца будет ей. Но ей нравится. Смотрите, какие она нравится. Ой, скажи, нравится. Ой, мама нравится. На, играй. Играй. Так что бантики я уже такой вот завязала, резиночку. Малышка. Наша малышка. Так, что вам еще хотела показать? И купила вот такую корзинку. Ну, вообще цветом я, ну, это София захотела. Я говорю, София, мне он не очень никуда, ну, так, как бы не свистит этот цвет. Но мама, ну, красивый, яркий тоже. В этом мегасейл, вот такая цена, 64,99. Я ее хочу применить. Вот я вам показывала, где стаканы храню. Вот, мне кажется, чтоб не в один, в один. А сюда уберу стаканчики, поставлю, удобно достал. И прикрытые, как бы, не пылятся. Сейчас попробую разложить, все поставить. Так, мне интересно, она вот эти зубчики не подгрызает. Никусик, ух, тебе нравится. Скажи, они такие колючие, мне хорошо зубки погрызть. Вот так. Ай, ты красотка моя. Все, побежала к себе. В общем, в этот шкафчик хочу корзиночку применить. Сейчас попробую что-нибудь туда переложить. Коробки повыбрасывать. Ну, придумаю сейчас, как оно будет. Вот, думаю, наверное, вот эти стаканы уберу. Мы ими пользуемся, но они неудобно. Вот видите, как открываешь, они, ну, такая конструкция не очень опасная, можно сказать, что может все выпасть. Думаю, сейчас сюда высота, кстати, очень даже хорошая. Можно было бы и две коробки вот так поставить туда в глубину. Ладно, сейчас как-то придумаю. Вот эти, наверное, стаканы уберу. Пробую.
Смотрите, вот так поставила, как раз 6 стаканчиков лезла. Я думаю, сейчас, наверное, может, вот эти еще попробую убрать. И пусть мне будет все стаканы в коробочке. Вот эти переставить. Или рюмочки вот эти вот у меня стоят тоже. Сейчас буду экспериментировать. Мне уже надо 2 коробки. Эти стаканчики не поместились. Они вот такие граненые, большие. И решила оставить в коробке. Убрала сюда рюмочки. Теперь вот смотрю, как мне все расставить. Знаете, вот эта вот штучка, вот я не знаю, нафиг она мне нужна. У меня аж их две упаковки. Когда-то покупали в магазине. Вот. Варка яиц без скорлупы. В общем, пробовала я один раз. Вот такие вот тут вот эти маленькие штучки пластмассовые, контейнеры как бы для яиц. Но когда я их сварила, у меня яйца оттуда не вынимались. Мне пришлось ножом все выскабливать. Это было ужасно. Может, я что-то сделала неправильно. Может, их смазывать надо чем-то. Но в инструкции было написано просто туда яичко вбить и варить. Вот, купили аж 2 упаковки. Думала, буду вот так фаршировать, начинять, что-то вкусненькое там делать. Короче, девочки, не знаю, у кого такая есть. Я считаю, что это фигня. Сейчас я вам внутри их покажу, какие они. Вот, смотрите. Мерный стаканчик. Экспериментирую со вкусами. Да, я экспериментировала, я их еле вымыла. Вот, сейчас достану. Вот такие вот стаканчики. Как бы мерный стаканчик. Вот так накрывается, закрывается. Вот. И вы в водичку опускаете и достаете. Вроде бы как удобно, но не знаю. Что-то у меня не получилось. Напишите, у кого такие были стаканчики, кто пользовался варкой яиц без скорлупы. Ну, в общем, в скорлупе было очень удобно. Я пока это все вымыла внутри. Ой, напишите, если что, я их выкину. Вдруг у всех такая была ситуация. Вот, нашла еще инструкцию к ней. Формочка для варки яиц без скорлупы. Вот видите, как готовить, сколько готовить. Короче, разные. Прям омлет простой. Ладно, еще полежит лет 10. Напишите, у кого такая есть. Может, я неправильно, может, правда их надо чем-то смазывать. Но здесь не написано. Просто написано, вот перед первым применением вымойте формы. Форму можно мыть в посудомоечной машине. Снимать верхнюю часть, нижнюю часть формы. Вылейте яйцо или яичную смесь. Все, не надо ничем вот смазывать. Как и я, ничего не смазывала. Ясно. Не убираю вот эти, все, они мне мешают. Сейчас покажу, что я сделала, как получилось. Ну, как-то получилось вот так. Вот это у меня вот стоит. Тут одноразовые тарелочки. Не знаю, для чего они у нас были. Шли в школу, для школы покупали. Для школы, мне надо поделку делать. Да, и вот этот набор Софии мороженое делаем. Или замороженный лед. Ну, так замороженный они... лед. Да, вот так они лежат. Вот. Все, вот эту штучку для картошки фри. Она обычно сзади лежала. Ну, ладно, оставила так, пусть лежит. В принципе, нормально. Еще место освободилось тут. Так, у нас перерыв. Сейчас не упасть. София слаймами играет. Новый мама купила. Мама, посмотри, как он тянется. Ого. А, нет, ты сейчас упадет на подстилку, я боюсь. На подстилку не надо. Так. Кстати, я хочу похрустеть. Микки снова рвет мои тапки. Вот так все время. Там уже... Вот этот она не трогает тапок. Микуся, смотри, что у мамы есть. Микки, смотрите, тапок уже весь разорвала. Весь разорвала. Где твой мячик? Где мячик? Новый. Так, а я захотела кофе. Кофе, смотрю, видосик. Не могу. Как его оттуда выкопить? И сейчас достала сыр, порежу. Вот у нас бри еще остался. Бри. И вот такой сырочек. Сейчас сыр подрежу, и надо мне заниматься уборкой. Сейчас будешь пылесосить?
надо. Будет пылесосить, полы мыть, пыль вытирать. Ну, как всегда. Ну, как всегда. Я и так пару дней ничего не делала. Сейчас как сорочек. Это? Да вы привыкли, что я должна все делать. У меня был выходной. А вы утром весь сыр дорезали? Что-то я, наверное, тут доели, не найду. Наверное, папа весь дорезал. Он его очень много нарезал. Много. Папа, наверное, тормозок забрал. Жене вот этот очень понравился. Как и мне. Не, мне тут другой, обыкновенный. Мне тоже какой-то тебе. Сейчас бри порежем. У меня поели-поели. Полная мойка посуды. Надо мы еще едим, да? А мы снова едим. У меня время уже 3:30. Мы едим. А мне не хочется. Ты будешь сыр бри? Да кушать, пока не пропал. Сейчас покажу вам. Так, наклеечку уберем. Наклейка? Ну, конечно. Я сейчас так кусочек отрежу. Чтобы он... Что, Микки, что? Что, зайка? И вот так. Сейчас. Раз. Квадратиками. Раз. Раз. Это у нас обед. У меня. У меня обед. Я не буду сейчас есть. Вот. Такой обед. Кофе. Сыр. Всем приятного аппетита. Вам приятного аппетита. Вкусно. Очень. Мне. А этот слаймом сижу. София играет. София слаймом играет. Скажи. Не бери его в руки, он сейчас липнет. Теперь, он остался у тебя на. Ничего. Можешь мне показать его? Покажи. Он очень, конечно, большой. Вот такой вот красивый. На вид он, для камеры он желтый. Да. Сыр. Это какой? Бри. А, я мне не нравится. Мне нравится? А мне нравится. Вкусно. София, не кривись. Это что, вкусно? Стоп, подожди. А ну еще, дай один. Маленький? Угу. Да, пробуй, распробуй. Распробуй. Вкусненько. Но он такой. Вкусненький. Ну, вкусный, но... Нормально. Вкусный, но не вкусный. Нормально, я сказала. На вид он вообще зеленый. Скажи на камеру. Вообще он желтый. А ты нам вещи не хочешь примерить? Хочу. Давай покажешься. Я уже показала, что мы тебе купили. Покажешь? Не, одень дома шортики и футболочку. А, вот это можешь не кроссовки с черным платьем, белые кроссовочки померить. Давай? Сейчас посмотрим. Так, Софиечка нам примерку устраивает. А ты кроссовочки обула, да? Да. Ой, под эти кроссовки классно. А я думала, а под эти будут прикольно смотреться. Угу. Хорошо, Софи, футболка тут смотрится. Здесь еще бантик такой. Я уже показывала, иди сюда. Ага. Красивая. Да, София, мы подобрали, у нас получился как комплект. Да, точно, прям как комплект. Тут смотришь, думаю, оно так красиво, мне так все нравится. Комплект. Хорошо. Да. Теперь давай вторую. Хорошо. Так, класс, хорошо, платьечко и длина хорошая. Мне нравится 63. А у меня тоже написано на этом, на платье. Это, наверное, модно сейчас тогда, 63. Почему 63? Не знаю. Хорош. Тоже кроссовочки, прикольно. Да, прикольно. Ноги все в синяках, да? Мама, не покажи. София вчера упала, он губу себе, ну, бороду разбила. Покажи, как сильно. Аж синяк. Ой, Софийка. Ну, так получилось. Ладно. И две ноги сразу. Машу, только ты их там не снимай. Хорошо. А желтенькое платьечко померяешь? Да. Ты моя модель. Ой, хорошенькая, и в этом хорошо.
не знаю, там и розовенькое было. Чего ты не захотела розовенькое? Тебе желтенькое понравилось. Я просто желтый цвет очень люблю. Желтый, он такой красивый. Но вот розовый почему-то, хоть и девочка, но мне не сильно нравится. Почему? Не знаю. Ну, хорошо. Ну, желтый тоже. Чем он плохой-то? Нет, хороший. На лето очень хорошо. Все замечательно. Да. У меня камера вся пляшет. Вся пляшет. Ничего не сделаю. Ничего. Лампу надо покупать, свет. Так, ладно, все, раздевайся, Софийка. Так, Микусе отдали новый мячик, потому что она нам не давала. Да и не забираю, покажи его. Покажи. Ой, ой, боже мой, ой, прячет. Ой, пряталка ты такая. Микуся, ты что, прячешь? Ты что, прячешься? Ты, дрёха мала. Покажи на мячик, Мики. Микусь, ну покажи. Не хочет. Хвостом виляет, а мяч не показывает. А где же ее тут мячик? А, уже там под столом валяется. А это другой у нее. Другая игрушечка, да? Никуся, а что ты тут кушала, да? Вымазалась, мама тебя вроде вытирала. Рисок? Ой, боже мой, боже мой. Ну все, все, все. Ты такая жадина. Ты такая жадина, ничего не показываешь. Ну жадина и все. Жаднюшка, скажи, я занята. Буду с вами на сегодня прощаться. Кофе попила, моду показали, порядки в шкафчике навели. Ну все, пойду я заниматься домашними делами. Так что Микуська тоже занята, игрушечки у нее новенькие сегодня играет. Пусть играет, а я пойду убирать. До дома порядки навести. Все, всех люблю, всех целую, всем пока-пока.